Здравствуйте! Сделаю обзор на три блокнота. Это блокноты, записные книжки. Такие немножко они все разные, как вы видите. Здесь у меня есть большая А5 записная книжка Ашан. Она еще не распечатанная. И покупала я ее декабрь 21 января 22 года. Где-то в это же время я приобретала и эту маленькую книжку, карманная записная книжка, нотатник карманного формата, pocket notebook от Accent. Я вам уже говорила, что мне очень нравится эта компания. Я все время думала, что это какой-то китайский производитель. Но это немецкая компания, с любовью к перфекционизму. У них такой лозунг: влюбленные, перфекционизм, любовь к перфекционизму. Сейчас я распечатаю его. Цвет приятный. Сейчас мне хотелось бы посмотреть, как сам производитель этот цвет называет. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим. Может, есть интересное название для этого. Ну, указано блакитный. Да, это не синий. Сейчас распечатаем с вами ее и посмотрим. Одна из тех записных книжек, я ее покупала в магазине, который продает очень много разных канцелярских товаров. Находится в Блокбастер, но я не помню, как этот магазин называется. Это не акварель, а какой-то другой. Записная книжка стандартного размера 95 на 140. На резиночке. Такой приятный, скажем так, голубой с серым цвет. Серо-голубой цвет. Возможно, под освещением лампы он кажется все-таки немножко более ярким. В клеточку. Бывают еще в точку и, наверное, тоже бывают в линейку. Чем меня еще... Лиссе. Лиссе тоже, посмотрите, в цвет. Ну, красивый, очень красивый цвет. Чем меня подкупает Accent? Это своим качеством за совершенно небольшую цену. Я сейчас вот прямо на сегодняшний момент смотрю стоимость такой записной книжки. Ее можно со скидкой купить за 2, даже не 2. Это где-то 1,5 евро. Такая стоит записная книжка. Ну, она очень похожа на Moleskine. Клеенный и прошитый здесь корешок одновременно, и прошитый склеен. Чуть-чуть немножко так более аккуратно ее открою. Как я уже говорила, нужно начинать с одного края, с другого края дать книжке открыться, потому что если прошивка идет вместе с клейкой, иногда клей суховат, и можно просто повредить корешок, резко открыв ее. А так она будет у вас при использовании, она у вас будет вот красиво, нормально лежать на столе. Возможно, наверное, я эти записные книжки уберу, чтобы, если уже акцент, то акцент был на одном предмете. Кремовая бумага. Бумага плотнее. Сейчас я хочу... У меня нету Moleskine записной книжки маленькой сейчас, но есть Leuchtturm записная книжка. По обложке, и там виниловая обложка, по обложке они идентичные, я бы даже сказала. Видите, с таким вот блеском. Но у Leuchtturm чуть-чуть другой габарит записной книжки, другой размер. Я думаю, что у Leuchtturm высота не 140, а 15 на 95. Она чуть-чуть выше. Обе записные книжки это размер
телефона, вот я бы сказала, чуть выше. И здесь резиночка, вы видите, такая она немножко потолще резиночка. Я каждый раз говорю, что акцент такие резиночки делает серьезные. И у Leuchtturm мы тоже видим два лисе. Но обзор не на Leuchtturm, а обзор на акцент. Бумага, да, бумага. Здесь 96 страниц, 96 аркушев и плотность бумаги 80. Это больше, чем у Moleskine. Я сейчас посмотрю. Здесь, наверное, у Leuchtturm я не увижу. Но у Leuchtturm, я думаю, у Leuchtturm у меня в точку. Он уже активно так используется, так что здесь не очень много осталось. И Leuchtturm пронумерован. Здесь тоже бумага плотнее, чем у Moleskine. Так что, если вы пишете, например, чернильной ручкой, то, скорее всего, вам больше подойдет вот такие книжки. Чуть больше берите плотность, потому что, ну, разное перо бывает и толще, и тоньше. Так что лучше или перо брать тоненькое, изначально самое тонкое, или чуть более плотную бумагу. Здесь разметка, вы видите, в клеточку и имеет поля. Обратите внимание, вверху есть поля и внизу есть поле. Если вы ведете записи по дням, то, конечно, вот это поле, которое уже находится в разметке, разлиновке самого производителя, дает нам возможность сразу ставить дату вверху, например, если вы по дням. Вносить то, что вам срочно нужно записать, ровно как телефон по размеру, а даже и меньше, чем некоторые телефоны на сегодняшний день. Что-то важливое, что-то важное быстренько записать, положить лисе в том место, которое вам нужно, и вы знаете, что в течение дня быстренько внести, получить информацию из записной книжки всегда можно. Разметки страниц нету. Твердая обложка. Обращаю ваше внимание повторно, что твердая обложка помогает нам, достав книжку где-то в транспорте, в неудобном каком-то месте, получить жесткую основу и делать записи, не переживая, что мягкая обложка, и как-то она там под руками неудобно, нельзя на стол уложить. Так вы открыли и жестко уже можете держать. Петелечки в этом акцент нет. В больших записных книжках от акцент петелечки есть. А пятых размер петелечки очень часто уже идут вместе с блокнотом. Не нужно дополнительно докупать и клеить ее. Есть задний кармашек. Это не задний кармашек. Это кармашек на левой стороне форзаца. На правой стороне форзаца. Задний — это когда вот здесь, как у Файлофакс или Матерм. Долго будет сохранять аккуратный вид. Вот такая обложка всегда будет достаточно долго сохраняться. Часто используется, но вы видите, как она аккуратно выглядит. Очень хорошее качество. У таких, у такого рода обложек будет хороший внешний вид у вашей записной книжки. Вы всегда с удовольствием ее будете доставать. Премиальная бумага акцент используется. Бывает, что вы куда-то ее положили, бросили в сумочку, а туда там что-то еще вот как-то так в сумке и заехало. Ну, конечно же, когда с резинкой записная книжечка, то этого не случится. Обращаю еще ваше внимание, что всегда можно под резиночку положить какую-то записочку себе, напоминание, которое вам быстро бы хотелось увидеть перед глазами. А сейчас все чаще и чаще я такие записные книжки покупаю. Удобно брать их с собой. Разметка, и вернусь к разметке сейчас. Мы, наверное, откроем в начале. Да, здесь есть страничка для информации о хозяине этой записной книжки. И разметка. Бумага гладенькая, гладенькая, очень приятная. И разметка самой клетки не очень яркая. Что нам пишут в отзывах? Ну, отзывы все достаточно всегда положительные о акценте, потому что
цена и качество, качество намного выше, чем можно было бы ожидать за эту цену. Что удобное, такого же размера, как телефон. И есть всегда отзывы такого плана, которые покупатели ставят производителю или продавцу, вернее, ставят продавцу там двойку, единицу, что делают заказ, не всегда посмотрев характеристики, потому что на фото в интернете вы просто видите фото записной книжки, очень часто не обращают внимания на то, что указаны габариты. И записные книжки, они выглядят в интернете все одинаково, только если не лежат в сравнении с каким-то предметом. Даже если иногда они с предметом лежат, ну вот мышка, мало ли, может, у нее такая мышечка маленькая, ну вот ручка, вот с ручкой, или где-то они сфотографированы, лежит телефон, там паспорт, на что мы еще ориентируемся, на какие размеры, тогда уже становится понятно, что записная книжка большая или маленькая. Но лучше, конечно же, читать, потому что очень странно, когда человек не посмотрел габариты и ставит низкую оценку продавцу, что вот я неправильно посмотрел характеристики, а она не та. Он как бы сам себе ставит, но уменьшает оценку, к сожалению, продавцу. Поэтому всегда будьте внимательны при заказах. По количеству страниц здесь 96 листов, 96 аркушев, а страниц здесь 100 ринок, страниц здесь 192. Мне очень нравится эта продукция, я ее всегда и сама покупаю, и абсолютно всегда рекомендую, потому что мне приятно порекомендовать хороший продукт, которым всегда сама пользуюсь, с удовольствием покупаю. И веду какие-то записи. Следующая записная книжка. Вот она. Может быть, кто-то эту серию видел в Ашан. Вот так выглядит записная книжка, которую я купила в Ашан. Я думаю, что это была либо предновогодняя, либо уже рождественская какая-то распродажа листвяна. Скомпонована записная книжка из двух частей. Здесь велюровая такая нижняя часть, нежно-нежно-розовая, пудровая, золотая резинка, держатель и такой гепардовый рисунок на белой виниловой обложке. То есть из двух частей состоит, вот так хорошо видно, и покажу вам, какая золотая резиночка. Открываем, я не помню уже что, ага, у нас здесь в линейку белая бумага, пока у меня здесь под рукой кремовая бумага от Accent, всегда люблю показать разницу. Еще здесь скругленные уголочки у Accent. Вот стоимость это в 1,5 евро, да еще и скругленные уголки. Ашан тоже она стоила очень недорого. Я думаю, она так же стоила, как и Accent. На полках магазина. Что у нас здесь есть? Кармашка нету. Просто белая бумага, очень приятная. Такая тяжелая немножко, я бы даже сказала, бумага. Чисто белая, плотность высокая. Это тоже плотность в районе 80, это не 70. И есть у нас одна закладочка розового цвета. Вот, чтобы можно было увидеть. Вот такая красивая записная книжка. Ну, очень-очень девчачья, я бы еще сказала, потому что вот эта часть бархатная, она может пачкаться. Поэтому, конечно, лучше ее или держать дома, эту записную книжку, или очень аккуратно носить, чтобы на ней не было
ну, не собирался какой-то мусор или она не затерлась. Очень приятная, красивая, в меру тяжелая, потому что она какая-то очень плотная, такая обложка плотная, может поэтому. Ну и золото с розовым таким красивым бархатом, эластичная резинка очень хорошая. Так, две такие записные книжки, Pocket от Accent, А5 от Ашан в линейку с белой бумагой, плотность бумаги. И у одного и другого производителя, я считаю, очень высокая. Это не книжка «Мистецтво войны. Нотатки и цитаты». Это такой блокнот, тоже, как вы видите, на резиночке. Здесь я уже приклеила блоттер, который я в парфюмерном магазине беру. Он оказался тоже, можно его приклеивать, стикерить его можно. Мне кажется, производитель ароматов подумал, что вот, например, вы побрызгали на блоттер, и можно даже где-то приклеить, чтобы аромат распространялся. Здесь интегральная обложка с имитацией суперобложки. То есть суперобложка — это когда есть книга, и у книги сверху идет еще дополнительная обложка. Но здесь мы видим, сделано следующим образом, что интегральная обложка продлена, и вот с этой стороны впечатление полное, что суперобложка. Не очень, вот сейчас я понимаю, что чуть-чуть проклеена так жестковато. Как она будет себя вести в эксплуатации, я не знаю, но купила я, конечно же, ее, потому что мне очень понравилось исполнение и вот эти рисунки и гравюры. Я сейчас вам их пролистаю. Выдавничья группа KM Books, если кому-то интересно, вот такой есть у нас производитель, покупала просто в книжном магазине. Вверху мы видим цитату, с этой стороны у нас есть какое-то изображение. В принципе, да, в основном так и построены. Но на самих страницах есть еще разные украшения этих страниц, графика, разные орнаменты или знаки, или какие-то стилизированные рисунки. Очень-очень приятная обложка, она такая гладенькая, плотная бумага. Я думаю, что это 100-120 плотность бумаги, бумага белая. В сравнении с гравюрой, конечно же, можно все увидеть. Очень яркое оформление, твердая обложка, но она флекси все-таки. Это не жесткая обложка, она флекси. Но твердая, это не мягкая обложка. Это и книга, и рабочий блокнот одновременно, потому что здесь можно делать какие-то планирования, здесь можно вообще что-то зарисовать. Чем она мне еще нравится? Здесь можно просто сидеть и долго рассматривать эти старые гравюры. Можно посмотреть, что за эпоха была, как люди жили. Ну, информативная записная книжка – это и инструмент, и для того, чтобы почитать, написать что-то. Творческая очень эта книга, я бы сказала. Может быть, что-то самим можно порисовать на чистых листах. Здесь нету никаких ограничений для широкого, для такого размашистого почерка, потому что здесь линейка больше, чем 5 мм. Взять линеечку и аккуратненько разделить на раз. Вот так вот будет 4 окошка. Ну, в одном может оказаться какой-то рисунок, а вообще можно, конечно же, полноценно использовать как рабочий план. Я думаю, что понравится очень многим, кто впервые с Суньцзы трактатом, скажем, встретится на страницах этой книги. Но высказывания очень краткие, понятные, и это один из мировых примеров. Еще раз скажу, не каждая книга так красиво оформлена. Я покажу
вам дальше здесь можно просматривать и костюмы. Также можно пролистать и осмотреть, сейчас, секундочку, как лагеря, какие флаги, какая одежда, сочетание цветов. Это старые какие-то гравюры, возможно, хакусай какая-то часть. Мне очень понравился этот китайский дракон, очень красивый. И такая тоже... Я вообще-то ее поэтому и купила, потому что я подумала, ну все, сейчас я буду коллажировать прямо здесь в записной книжке. А потом пришла домой или буду вырезать нужные мне странички. Ну, это как подложка могла бы быть под... Но почему могла бы быть? Потому что очень хорошее качество. Качество мне... Вот смотрите, как красиво. Все, стена такая, веточка сосны в определенном, под определенным углом. И мы уже угадываем, где мы находимся, что это все-таки восточная, азиатская часть мира, это Китай. Вот это мне очень понравилось. Я подумала, оформлена как нижняя часть на этом развороте. Я даже подумала, что все, я так все вырежу и здесь и буду у себя блокноте для коллажей использовать. Но остановилась, потому что книга хорошо сделана настолько, что ее как-то вот рука не поднимается. И если бы это была просто книга, я бы, скорее всего, использовала ее. Но так как это блокнот, и можно писать по стоимости. По стоимости сейчас везде скидки на эти книжки, и на сайтах, и в магазинах. Но мне кажется, если вот в самом магазине покупать, цена может быть даже чуть-чуть выше, я не знаю. Посмотрите на сайте, если вас заинтересовала такая книга. Вот эту липкую часть, видите, я уже сняла. «Мистецтво войны. Нотатки и цитаты». Еще раз напомню. Напоминаю. Ой, KM Books, выдавничья группа. Ну, вот такое неожиданное для меня приобретение. Очень красиво сделано. И я даже... То есть нужно придумать какую-то тему для этой записной книжки. Тот, что мне очень понравился. И я уже, конечно же, так активно стала применять странички своего блокнота для коллажей. Как я буду вырезать из него... Как я буду вырезать... с этой записной книжки, чтобы выполнить какие-то коллажи, которые я тут не начала, но еще что-то не закончила, или наоборот, такие кратенькие. Я люблю такие делать заметочки бумажные. Это такой записываю с помощью коллажирования. Мне нравятся такие красивые цветовые палитры, сочетания. И когда она небольшая, можно подклеить сразу визуально. Вы вспомните, почему вы ее подклеили, где бы можно было так применить. Так что этот блокнот планирую, что он у меня будет. Буду в нем делать записи какие-то. Еще нету решения конкретного, потому что эту записную книжку я купила совсем-совсем недавно. Еще такое замечание. Если вы купите такую книгу и вот начнете читать высечки, вырезки, цитаты, сноски, выноски самого труда оригинала Сунь Цзы, то, возможно, вы захотите полное произведение прочитать. Все, книжка в хорошем таком смысле слова меня поразила, очень приятно. Вот выкладываю эти записные книжки, которые вы увидели. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо вам большое.